Патриарший центр духовного развития при Московском Даниловском монастыре уже не первый год успешно реализует проект дистанционного обучения основам православной веры с помощью сети интернет. Сейчас идет активный набор на новый православный образовательный интернет-курс. Православный интернет-курс – это курс дистанционного обучения, направленный на то, чтобы помочь человеку, пришедшему к вере, больше узнать о православии. Как научиться читать Евангелие и ориентироваться в нем? Как самостоятельно понять значение тех или иных действий в богослужении? Курс призван дать ответы на самые распространенные вопросы, возникающие у людей, соприкоснувшихся с православием. Наш курс направлен прежде всего на самую первоначальную катехизацию. То есть самые основные знания о Боге, о Церкви, о Христе, о причастии, таинствах и Евангелии. Нашу задачу мы видим в том, чтобы человек, который или готовится к крещению, или только вот крестился, он узнал основы веры. Курс ориентирован в первую очередь на людей, не имеющих возможности воцерковляться в храме. Это жители малых городов, где нет ни одной церкви, люди немощные, или же наши соотечественники, живущие за границей. Преподавание ведут не священники, а миряне с богословским образованием. Курс состоит из 14 тем по основам веры и основам христианского мировоззрения. Обучение построено по принципу самостоятельной работы. Обучение происходит следующим образом. Каждую неделю в пятницу открывается новая тема. Появляется литература основная, дополнительная, какие-то дополнительные ссылки, может быть, аудиоформаты и так далее. Люди скачивают эту литературу, ознакомятся с ней, читают. После этого учащиеся самостоятельно изучают предложенные материалы, выполняют практические задания, связанные с изучением Евангелия. Проделав самостоятельную работу, участники курса имеют возможность задать свои вопросы преподавателю, а также пообщаться между собой. В среду открывается форум контрольных вопросов, где уже участники непосредственно отвечают на контрольные вопросы, и по ним оцениваются знания по данной теме. В конце курса, в 14-й теме, люди еще пишут такое небольшое сочинение, мини-эссе на выбранную тему. По итогам обучения и успешной сдачи экзаменов выдается сертификат об окончании курса. Особый интерес к православному интернет-обучению проявляют педагоги, ведущие основы православной культуры в светских школах. А многие используют ту методологию курса, которую мы применили, вот в обучении детей в воскресной школе, в организации подобных очных курсов на приходе и так далее. Обучение начнется с 10 февраля и продлится по 24 мая. Курс бесплатный, не имеет ограничений по возрасту и месту жительства. Чтобы записаться на православный интернет-курс, необходимо заполнить простую анкету и пройти небольшое собеседование на сайте курса.